Для чего мне это нужно? Вообще, для чего мне? Зачем это? Ведь можно идти пить пиво, курить сигареты, кальян, гулять, тусоваться в барах. Но я считаю, что это не нужно абсолютно никакому человеку. А нужно двигаться. Движение – это жизнь. А если остановился, то все. Сорок восемь. Сорок девять. Пятьдесят. Ноги соскальзывают. Пятьдесят один. 52. 53. 54. 55. Движение – это жизнь. А если остановился?